Да? Никто за мной не угонится, ни ты, ни мой брат. Надо похвастаться. Он будет мной гордиться. Я выполнила его поручение и проводила тебя сюда. Обязательно ему об этом расскажи. Договорились? Хватай Тимона! Чин-Сайон. И как же интересно, тебя угораздило перейти ей. Что? Она убила твоего учителя? Не может быть. Значит, хранителей становится все меньше. В живых уже нет ни Пиволь, ни Хон-Сакына. Давным-давно повелитель демонов Манхван явился в наш мир, чтобы захватить его. Никто не мог противостоять ему, кроме четырех великих. Они победили и заточили Манхвана. За это их прозвали хранителями. Дух меча Пиволь, бог войны Чон Чинвон, светлый демон Иксанун и великий силач Хон Сакын, твой наставник. Чин Сайон пытается вызволить Манхвана из заточения. А темная энергия снова проникает в наш мир. Но защитить его некому. Хранители куда-то исчезли. Сильнейшие воины лучших боевых школ объединились, чтобы найти их и попросить о помощи. Эти воины называют себя «Бой». Я тоже не мог сидеть сложа руки, поэтому решил помочь им в поисках. Ну а теперь иди поговори с ними. Они давно тебя ждут. Поговори с Большой Восьмеркой. Знахарь вам все рассказал, верно? Меня зовут Камадым. Я мастер из школы Черепахи. Очень рад встрече с вами. Я представляю могущественную фракцию Культ Хончон. Мы враждуем с Альянсом Мурим. Однако недавно общая цель вынудила нас объединить. Мы искали хранителей по всему свету. Но дух меча и бог войны погибли. А светлый демон куда-то пропал. Мы с большим трудом нашли вашу... Вот только слишком поздно. Чин Сайон была быстрее. Мне очень жаль, что Хон Сакын погиб. Узнав о его смерти, мы совсем отчаялись и хотели разойтись. Но у меня было видение. Я увидел ученика Хон Сакына, избранного, который сможет сразиться с Чин Сайон. И в видении избранный пришел к нам за помощью. У него была сумеречная рана, как и у вас. Из-за нее вы теряете жизненную энергию. Но не беспокойтесь, это не навсегда. Вы обязательно... Теперь мы должны убедиться, что именно вы тот самый избранный. Когда впереди сражение с Чин Сайон, нельзя полагаться только на вид. Вступайте в пещеру и пройдите уготованные вам испытания. Если справитесь с ними, значит, такова ваша судьба. Ну а если нет... то я буду надеяться на новое пророчество. Идите в пещеру!
Итак, вы добрались до завесы пламени. Но сначала вам нужно поучиться. Я в вас не сомневался. Большая восьмерка дождалась избранного. Что скажете? Как даже они не смогут уничтожить Чин Сайон и демон? Я думаю, вы достаточно опытный боец и можете справиться с грядущим испытанием. Так что соберите... Справились? Неплохо. Ну, сейчас посмотрим, на что вы способны. Что, это вас ждала большая восьмерка? Раз вы добрались сюда, то вы вправду и... Соберите волю в кулак. За моей спиной завеса земли. Пройдите через нее, чтобы на... Ну, тогда пойдем. Завеса земли исчезнет. Мне нужно прийти в себя. Уверен, вам все по плечу. Вы, наверное, думали, что вам предстоят сражения с ужасными монстрами, но на деле все оказалось не так уж страшно. Мы хотели узнать, на что вы способны. Но у этих испытаний есть и другое предназначение. Тренировка помогла Пока вы сражались с манекенами, мы зачаровывали их с помощью особых заклинаний. Они помогают укрепить внутреннюю силу. Вам еще есть к чему стремиться. Но для обучения боевым искусствам этой энергии уже достаточно. Нажмите клавишу «К». Вы сможете учиться новому и оттачивать свое мастерство. Только обязательно продумайте заранее, какие приемы. С ростом уровня будет увеличиваться и количество доступных приемов. Кстати, Большая Восьмерка приготовила вам подарок. Это все, что в наших силах. Дальше дело за знахарем. Придется вам встретиться с ним. А мы с вами еще увидимся позже. До встречи.
Доброго вам здоровья. До встречи, друг. Ну что, большая восьмерка уже вручила тебе подарок? Поздравляю. А теперь послушай меня внимательно. Найди прием, который хочешь узнать, и нажми на него левой кнопкой мыши. Затем используй кнопку «Выучи». Со временем ты научишься всем боевым искусствам, каким пожелаешь. Главное, чем выше твой уровень, тем больше умений ты сможешь освоить. А теперь открой рукопись боевых приемов и изучи боевые приемы.
Если рано мешает, а придется принять кое-какие временные меры. Найди Огукчуна у обрыва, скажи, что ты от меня, и он даст тебе лекарство. Тебя избрали небеса, так что ты уж постарайся. Старый мудрец ждет тебя на обрыве провидения. Прочти это послание. Ничему не учат. Ничему не учит, траву заставляет собирать. Значит, эти грибы замедляют действие темной энергии. Клин клином вышиб... Как же быть? Я не успел собрать грибы. Мне это так надоело. Раз вам нужны грибы, вы их и ищите. Они растут в окрестностях. А я больше не могу. Я устал. Отдохну немного.